Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем пытаться сделать что-то полезное и не сдеградировать в конец. Ваше кофейное здоровье! Я почти подавилась, но я не подавилась, все нормально. За последние 3 месяца самоизоляции и нахождения дома произошло то, чего я не хотела, чтобы произошло. Я набрала нежелательный вес. В принципе, это было ожидаемо, учитывая, сколько неполезной еды я съела за последнее время. А вот одна из причин. Ну, здравствуйте, здравствуйте, да. Корейские рамены, как вы понимаете, от коробки осталось немного. Причем я даже не могу сказать, что я все это время была голодная. Просто я ела, чтобы есть. Иногда такое бывает. Иногда ты ешь, чтобы жить, а иногда ты живешь, чтобы есть. И вот, кажется, эти 3 месяца самоизоляции были как раз-таки тем случаем. А еще до совсем прям буквально максимально недавних пор я вообще не занималась никаким спортом. Чтобы вы понимали, обычный мой уровень жизни не на карантине выглядит так. Дома я не бываю, я бываю на улице. Поэтому меня ласково называют бомженька. Когда я не бываю дома, я не ем каждые 20 минут. Смысл сказанного в этом. А сейчас будут интимные минуточки, настолько интимные, что я даже уберу этот штатив. Знаете, почему я хочу скинуть этот вес до моих комфортных 42 килограмм? Сейчас будет откровение. Откровение, каких еще никогда не было на моем канале. Потому что каждый раз, когда мой вес поднимается даже на 100 грамм более чем 42 кг, на моей жопе образуется целлюлит. Так было всегда. Я не хочу, чтобы у меня был целлюлит. Вот стоит мне больше 42 килограмм весить, и мне сразу всплывает все это. Знаете, сколько сейчас в объеме моя талия? 63. Знаете, сколько моя талия была? 58. Да, здесь будет логичный вопрос на тему женского здоровья, потому что обычно людей интересует вопрос женского здоровья. С ним все норм. Даже весит 39 килограмм, у меня с этим было все норм. Что в моих планах и что я вообще буду делать в течение дня? Похуденческого дня. Моя основная задача сейчас будет это сократить объем еды, которая в меня поступает. Исключительно видео для вашей мотивации, чтобы если вы хотели похудеть, тоже могли похудеть. Главная цель — отучить себя постоянно есть. Чтобы это сделать, надо себя чем-то занять и отвлечь. Чем больше у тебя времени на всякие твои занятые штучки, тем меньше ты жрешь. Мой день выглядит как-то так. Через ровно 1 неделю я сниму аналогичное видео и поделюсь моими результатами за неделю. Когда я чем-то занята, я никогда не ем, так и забываю о еде, но много пью, и вот, что я буду пить. Пойдемте, я покажу вам мои чайные угодья. Приветствуйте, чайные угодья. Матча, жареная черная матча, какие-то очень крутые чаи французские, вкусные, ароматные, безупречные. Чай, который прислал Maybelline, тоже французские селективные чаи, а это чай, между прочим, с сакурой, и он невероятно вкусный. Но, конечно же, кофе 3 в 1, напрямую из Японии. Кофейная машинка, штука, чтобы делать пенку. 2 сиропа, Starbucks и вот этот, не очень люблю этот, предпочитаю манин, но норм. Кулер, чтобы заваривать. Пафосно кица, что-нибудь прокомментируйте? Пафосно кица, зачем ты кусил меня вчера? Это я, короче, потрогала кота, и у меня сразу вылезла аллергия. Аллергия у меня только на моего кота. Обожаю. Вчера я делала упражнение, и меня прям сюда пришел и укусил кот. Сегодняшнее утро начну на латтешке с миндальным молоком. Привыкла делать этот жест, даже толком не знаю, что он значит, но теперь я его делаю постоянно. Так я упиваюсь в начале дня. Давайте будем делать спорт. Есть маленький интересный момент. Если мы смотрим большинство русских блогеров, то, что я, по крайней мере, видела, я не говорю, что все такие, у них у всех как будто бы очень мышечные тела. В том плане, они прям хорошо накачаны, у них прям попа есть, у них есть, ну, ноги, вот я не знаю, вот эта вот часть ноги называется. А мне нравятся тела максимально субтильные, максимально худые, но при этом, чтобы, естественно, никаких провисаний не было. Я поняла, что если смотреть азиатских блогеров, то таких блогеров очень много, и у них реально супер худые тела, у которых вообще нет задницы. Мне нравится, когда нет задницы, но она при этом упруго выглядит. Поэтому я занимаюсь по видео азиатских блогеров. Я делаю 2 комплекса. Делаю в любое время, когда мне удобно. Первый комплекс я делаю на руки, второй я делаю на ляжки, чтобы были более худые. Сейчас буду руки делать. И на ноги. Потом я делаю растяжку, но тут я ее уже делаю исключительно по своим ощущениям, потому что я очень хорошо знаю, что мне нужно тянуть, чтобы растяжка была хорошей. Да. Играем в игры, делаем макияж. Как вы уже догадались, закосы и гуманизация персонажей давно уже стали частью меня, неотъемлемой частью меня. Поэтому сегодня я решила пойти дальше и подумала, что надо бы сделать закос не только под аниме персонажей, но и под игру.
просто увидела скриншоты вот таких вот прекрасных персонажей из вот этой игры Дракон Раджа, и я поняла, что мне надо. Просто мне надо. Как раз после занятий спортом надо привести себя в вид. Поэтому давайте создадим идеальную версию меня. И потом я под себя же и накрашусь. Станьте европейской супермоделью или американским пляжным парнем. Даже это тут возможно. И вариантов много. Но я буду тем, кем я есть. Поэтому вот. Да. И конечный результат. Кстати говоря, игра поддерживает английский, французский, немецкий и, естественно, русский язык. Знаете, почему я обожаю MMORPG? Потому что у тебя есть возможность быть кем хочешь и делать, что хочешь. Бродишь по миру, погружаешься в атмосферу, и тебе хорошо. В Dragon Raja я просто не могу не отметить топовую графику. Да, она много весит и нужно два раза будет качать, но это того стоит, я думаю, вы сами все это видите. Тут просто огромный мир, и я еще в шоке, что мы все еще говорим про игру на телефон. Тут даже кофе можно в Hot Spring пить. И погода тут постоянно меняется, блин, это просто огонь вообще. Можно исследовать и влиять на историю происходящего своими действиями. А, еще есть функция карьеры, и можно стать поваром. Но самое, короче, крутое, по-моему, это система жилья, потому что можно построить себе или замок, или какую-нибудь бомж-палатку. Моя кица будет жить в бомж-палатке. Просто очень советую эту игру, и ссылку на нее я оставлю в описании. Кстати, заходите в разные сообщества из этой игры и получайте полезную информацию, тоже ссылка в описании будет. Время для глоу-ап — это как бы улучшение. Задача начала этого дня — это подкрасить волосы, потому что уже совсем бледные они. Хорошо, что еще тогда в Японии я накупила целую кучу вот этих вот красящих бальзамов, пигментов, шампуней и всего на свете, поэтому давайте сейчас им подправим волосы. Десять минут. Жду. Можно пока помыть руки. Не, ну вы понимаете, да, ситуацию происходящую? Это отстой. Лучше бы так не делать. Ну что поделать. Теперь у меня не только розовые волосы будут, но и розовые руки еще. Когда ты не обучен. Фрагмент из видео, где я красила всю голову в розовый. Смывать я буду вот этим. Я решила не терять времени и переодеться. Там спит кот. Все пришел, все перевернул и лег спать. Такой царь. Так выглядит моя плойка. Люблю эту плойку. Старая, но проверенная. Термозащита. Делим волосы на две секции и убираем их. Накручиваем в разные стороны. Да, там опять парик висит какой-то непонятный. И, по-моему, там еще видны ботинки. Почему бы и нет? Ну, конечно, так мы не оставим. Это прекрасно, но мы так не оставим. П. Потрясающе. Здесь, конечно, что-то более открытое должно быть, иначе слишком много здесь деталей. Я переоденусь. Так гораздо лучше. Макияж. Хочу сделать что-то крутое. Ну, прям совсем крутое. Прям вот вообще крутое, чтобы лайки ставили. А то не ставят. Надо больше лайков. Мне кажется, получилось круто. Или тупо. Я не знаю, тут два варианта. Дезинфицирую руки после такого количества косметики. А кот все еще спит. Хорошо ему. Если доступным языком, убираемся. Помните эти шорты? Сказали в Инстаграме попробовать вот эту всю часть шорт закрасить черным. И тогда, может быть, будет хорошо. Можно переделать старую одежду во что-то интересное, все лишь бы не сорваться. Приступим пока к спасению портков. Каковы шансы, что мы сделаем из этого что-то годное, если закрасим здесь черным? Напишите, пожалуйста, ваши ставки, а я пока начну. Временно сниму линзы, а то с ними я просто умру за целый день. Ох, наслаждение. Я была бы рада, если бы у меня был красный цвет глаз свой. Жалко, что нельзя такого иметь цвета. Эти корейские линзы просто прекрасны, я их очень люблю. А в этой тетрадке я изучаю корейский язык. Ну
сначала я обведу контур маркером, чтобы ни в коем случае не залезть на ту зону, на которую я не хочу залезать. Теперь я буду использовать вот такой вот валик, обычную самую кисточку, чтобы прокрасить все черным. Одна часть закончена, так что, ну, короче, ждем. И тут уже, я не знаю, будет или слишком хорошо, или прям совсем погонь. Ну, дома буду ходить. Попробовать себя вообще в другом образе, с другим макияжем и стилем. Одному богу только известно, что это за попугай. Абсолютно не планировала делать сегодня на абсолютно кого угодно закос, но невозможно не сделать закос, когда у тебя уже все готово для закоса, а ты сам того не ведаешь. Делать я его буду вечером. В конце дня, потому что мне жалко мою укладку. Проделана просто колоссальная работа. Но это потом, сейчас пункт 5 изучения языка. В один момент я просто решила, что я больше не могу деградировать, что я уже настолько сдеградировала, что уже деградировать дальше некуда, что уже совсем деградационная деградация продегенерировалась, поэтому я решила, что надо просто занимать свой мозг. И нет ничего лучше, чтобы занять свой мозг, чем изучение нового языка, потому что время трачено, это просто до хрена, мозг твой работает тоже постоянно, и ты вроде как даже уже не такой тупой. Начала изучать корейский. На день съемок этого видео это у меня третий день. И я хочу отметить, что я уже хорошо читаю и даже хорошо пишу. И я понимаю, что я читаю. Возможно, вы спросите, нахрена? Потому что у меня в Корее очень много друзей. У меня, в принципе, очень много подписано аудитории из Кореи. Когда я полечу снова в Корею, я хочу хотя бы минимально с ними общаться на корейском, а не на ломано русско-английском. И плюс самая главная жопная боль была вызывать такси в Корее. Это просто нереально было, потому что я, конечно, тупая, но тогда, когда я там была, там нельзя было писать на английскими буквами, короче, название улицы. То есть нельзя было заказать такси на английском, поэтому я постоянно просила в отеле или друзей, чтобы мне заказывали такси. Это было очень неудобно. Если вдруг у вас вопрос, как я изучаю язык, то вот ответ не рекомендую брать на заметку. Но чтобы начать, надо начать. Я вообще одна занимаюсь, абсолютно без кого-либо. У меня нет репетитора, я не планирую ходить в языковую школу и т.п. и т.д. Я все делаю сама, и в день я учусь по 4 часа, да? Конкретно на сегодняшний день я полностью выучила все, что связано с любыми ресторанами и кофейнями. Я спокойно читаю любые блюда, я могу сделать заказ на любое блюдо или любой напиток. Так что это была самая главная сейчас моя цель, я ее полностью выполнила. У меня свои методы изучения языка. Они очень странные, но они мне подходят. А знаете ли, главное результат. И не важно, как мы его достигли. Вы не говорите по-конкине? Ну такое, да. Кто-нибудь учил сначала японский, а потом перестраивался на корейский? Чего вы делали с произношением? Проверим, насколько ты мокр. Почти что сух, но еще мокр. Для второго слоя еще рано. Наглядный обзор того, что происходит на моем столе. Чай матча, кофе, вода. Конфетку я не ела и не собираюсь, это для видео в ТикТок было. А это моя первая еда. И время сейчас 8 вечера. Во. Шапочка. Брови половину надо убрать и покрасить красным. Мне нравится, когда он стесняется. Я тоже буду стесняться. Где бы раздобыть клыки? Клыки! Что за дебил? Их надо подпилить. Да, ушки Ришмон. Ночная бабочка, но кто же виноват? Эти, блин, зубы больше, чем мои ногти. Шрам буду рисовать в фотошопе. Пойду продезинфицирую это. Я сточила большую часть этого зуба, но все равно огромный. Вместе дружно точим зуб, мы ура. Вместе дружно точим зуб, мы ура. Вместе дружно точим зуб, вместе дружно точим зуб, вместе дружно точим зуб. Это чтобы понимать, какой он был. Не, ну это фиаско. Потому что это выглядит настолько тупо. Да, он слишком выпирающий. Могла не тратить час своей жизни и просто нафотошопить. Let's do it. Осталось выбрать какой-то фон, куда я присяду, чтобы делать фотки. No fuck. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и поставьте лайк на эту фоточку. В день выпиваю много воды.
Что пьете сейчас, пока видео смотрите? Так, подсохло. Возвращаюсь к шортам. Уже поздно, вернусь к вам завтра. И посмотрим, что делать с этими шортами. Только что я проснулась. Что, щека чешется? Давайте примерим. Но со стороны это выглядит явно лучше, чем было до. Блин, ну это выглядит реально здорово. Кармана не хватает, хочется руку в карман положить. Блин, слушайте. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, это реально выглядит очень прикольно и очень странно в хорошем смысле. Что скажете на это? Мне нравится, прям... Я внезапно очень довольна. Я думала, я их выкину и не буду носить или буду носить дома, но нет. Кот, что ты скажешь про мои джинсы новые, про мои шорты? Можешь хоть что-нибудь сказать? Придумайте просто описание этому. Hello, darkness, my old friend. Вот чем я занимаюсь, когда я диечусь. Давайте диетиться вместе. Всем спасибо за просмотр и всем пока!